ни перед кем главы не преклоняя. Взмахни крылами, Русь, взмахни крылами, Русь, в тебе есть гордость, мудрость вековая. Три дня юные исполнители патриотических песен состязались за возможность стать лучшими. Однако газовики, организаторы фестиваля, возложили на него не просто развлекательную, а важнейшую социальную функцию – воспитание подрастающего поколения. В обществе «Газпром-добыча Оренбург» под руководством нашего генерального директора Сергея Ивановича Иванова делается много мероприятий, которые направлены на развитие как спортивное, так и культурное, развитие наших детей. Это и развитие физическое, развитие патриотическое и, наверное, духовное. В фестивале приняли участие около 500 человек в возрасте от 5 до 21 года. За много лет существования «Факел надежды» дал возможность реализовать свое творчество многим молодым талантам. Так наши Виктор Неверов и Юлия Кагадаева сейчас успешно покоряют столичную сцену. Члены жюри признаются, уровень мастерства исполнителей с каждым последующим фестивалем все выше. Выбрать лучших из лучших очень сложно. Уровень исполнительский детей очень высокий стал, растет. И вот эта вот заинтересованность детей к вот такой животрепещущей теме, к обращению к душе, к родине, к матери, к таким святым понятиям очень трогает. Юные участники фестиваля, проводимого в рамках благотворительной программы «Газпром детям», выступают на сцене Дворца культуры и спорта «Газовик» с огромным удовольствием. Они благодарны оренбургским газовикам за возможность через свои песни признаться в любви к родителям, к своей родине. Александр Петренко, Никита Плотников. Итоги недели.